Рамон Санчес Писхуан. Здесь сегодня отличная футбольная Вилья. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Тандем нападающих обладает большей свободой при такой расстановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень многое. Иван Ракитич. Хордан. Не получилось у них мяч удержать. Санчес Писхуан. Здесь сегодня отличная футбольная Вилья. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Тандем нападающих обладает большей свободой при такой расстановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень многое. Иван Ракитич. Хордан. Не получилось у них мяч удержать. Санчес Писхуан. Здесь сегодня отличная футбольная Вилья. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Тандем нападающих обладает большей свободой при такой расстановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень многое. Иван Ракитич. Хордан. Не получилось у них мяч удержать. Санчес Писхуан. Здесь сегодня отличная футбольная Вилья. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Тандем нападающих обладает большей свободой при такой расстановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень многое. Иван Ракитич. Хордан. Не получилось у них мяч удержать. Санчес Писхуан. Здесь сегодня отличная футбольная Вилья. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Тандем нападающих обладает большей свободой при такой расстановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень многое. Иван Ракитич. Хордан. Не получилось у них мяч удержать. Санчес Писхуан. Здесь сегодня отличная футбольная Вилья. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч.
Тандем нападающих обладает большей свободой при такой расстановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень много. Иван Ракитич. Фордан. Не получилось у них мяч удержать. Санчес Писхуан. Здесь сегодня отличная футбольная Вилли. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона.